Как сообщает пресс-служба главы нашего государства, по приглашению служителя двух святынь, короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдул-Азиза Аль-Сауда, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 17-18 августа посетит эту страну с государственным визитом. В соответствии с программой пребывания предусматривается проведение в городе Джидде основных мероприятий узбекско-саудовского саммита на высшем уровне. В повестку дня переговоров включены актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между нашими странами. Прежде всего, в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, финансовой и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов и программ в области зеленой экономики, высоких технологий и цифровизации, инноваций, медицины, малого бизнеса и предпринимательства. По итогам саммита планируется подписание солидного пакета двусторонних соглашений. В программу визита также включены встречи с руководством ведущих саудовских компаний, авторитетных международных структур, Организации исламского сотрудничества и Исламского банка развития. Ожидается, что в ходе государственного визита в Саудовскую Аравию глава нашего государства посетит священные для всего мусульманского мира города Мекку и Медину.